В Волгоградской области продолжают открываться новые точки роста. В 2024 году их количество увеличится вдвое. Таким образом, в сельских школах появится еще 313 модернизированных учебных площадки. На сегодняшний день свыше 60 тысяч учащихся уже получают новые знания в современных лабораториях по изучению естественных наук, а также робототехники и программирования с применением новейшего оборудования. Одним из самых популярных направлений для учеников точек роста являются занятия по 3D-моделированию, где ученики уже реализовали свои идеи. Так ребята начали изготавливать подарочные магниты на 3D-принтерах. Образовательные программы разрабатываются для разных возрастных групп. Дети изучают занимательную технологию лего-конструирования и первую медицинскую помощь. Звоните 9.